В стенах Северо-Казахстанской областной научной библиотеки имени Сабита Муканова прошел вечер, посвященный 179-летию Абая, а также 80-летию постановки оперы «Абай» Ахмета Жубанова и Латифы Хамиди. На встрече выступили курсанты Академии национальной гвардии, поэты и студенты колледжей. Моя коллега с подробностями. Цель мероприятия – рассказать о жизни и трудах писателя, а также ознакомить подрастающее поколение с судьбой и творчеством Абая Кунанбаева. День Абая проводится ежегодно. Сегодняшнее наше мероприятие больше будет посвящено искусству. В качестве спикеров вызывает член регионального общества Мирас от партии «Аманат» Умаров Жомарт Жаксылыкович и пенсионеры. Будут у нас обоеведы выступать сегодня. Также будет принимать участие Национальная академия. Нурасыл Ануар – курсант Академии национальной гвардии Республики Казахстан. Парень знаком с творчеством поэта с 9 лет. На литературном вечере он зачитал произведение великого Абая «Помнишь ли ты свою юность?». «Исіңде барма жас күнің, көкірегің толық басың бос. Қайғысыз, ойсыз мас күнің, кімді көрсең бәрі дос. Махаббат қызық, мал мен бақ, көрінуші еді досқа ортақ, үміт жақын көңілі болармын сондай қызық шақ. Я сам родом из Кызылорды. Про Абая я знаю с детства, потому что я изучаю его с детства. Есть такое, как бы, мое хобби – абайтану. Это изучение Абая. Ровно 4 года назад я побывал в городе семьи за такое мероприятие, как 175-летие Абая. Я сегодня приехал выступать со своим стихотворением Абая «Исіңде барма жас күнің, помнишь ли твою свою юность?». Если прочитав это стихотворение, они немножко вспомнят свою юность. В завершении литературного вечера с творческими номерами выступили артисты филармонии имени Акана Сера. Гульжан Садвакасова, Анатолий Беланок, служба новостей.